Установлен мировой рекорд самого массового исполнения гимна Украины. Пели его в День независимости. Несколько дней организаторы подсчитывали точное число участников. Как выяснилось, более 5000 человек из 55 стран мира одновременно пели украинский гимн. В Польше, где сейчас проживает одна из самых больших украинских диаспор, его исполнили около 1000 человек. Как говорят организаторы, одна из задач рекорда – объединить украинцев по всему миру и собрать средства в поддержку вооруженных сил Украины. Украинцы, которые вынуждены были оставить свои дома и временно находятся в Польше, они не просто здесь остались в ожидании нашей победы. Они все очень активно задействованы во всех процессах сбора гуманитарной помощи, информирования. Каждый из них является воином на своем фронте. И именно благодаря нашим гражданам, которые сейчас находятся по всему миру, Украина получает такую помощь и поддержку.